Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот у меня взошла капуста, посеянная в лоток. Помните, я показывала вам, как я сеяла, потом выставила ее в холодную теплицу. Как вы видите, всходы очень дружные, вся рассада крепенькая, стоит на своей ножке, не полегла, никакая черная ножка нас не захватила. Что делать с ней сейчас? Вот сейчас самое важное, не упустить момент пикировки. Если вы сеяли так же, вот как я, просто россыпью не по одной, вы видите, что у нас получается. У нас получается, она прям мхом стоит. И вот у нее уже, сейчас покажу. Вот видите, уже вылазит первый настоящий лист. Вот как только появится этот первый настоящий листик, нужно ее срочно пикировать. Куда пикировать, это не важно. Вот. Видите, между двумя листьями появляется маленький зачаток настоящего листа. Куда ее пикировать, неважно. Можно в кассеты, можно в отдельные стаканчики. Можно сразу в открытый грунт. Я вот, скорее всего, буду пикировать часть в кассеты, так как ее вылезло очень много. Я надеялась, что половина, может быть, не взойдет. Семена разного качества бывают. Всегда сею больше. Но мне придется, раз она взошла вся до одной, вот вижу, вообще ни одной не пропало, семечки зря. Я буду половина в кассеты, а половина в открытый грунт, потому что погода уже позволяет. У нее до нуля, до минус двух, она выдерживает прекрасно температуру. Даже если выпадет снег, она заледенеет, как бы так стеклянные сделаются листики, окостенеет. Потом выйдет солнце, она снова оттает и снова оживет. Для нее вот такие перепады резкие температур не страшны. Так что если вы посеяли свою капусту вот так же россыпью, если у вас загущенные посевы, не упустите момент пикировки. Если вы вовремя не распикируете, рассада вытянется, качество ее ухудшится, и она может даже упасть. Все, до свидания. С вами Ольга Чернова, и вот это вот видеоролик о посеве капусты ранней в лоточек. Потом покажу еще, как взошла капуста в теплице, в холодной, я же там тоже садила. Там тоже взошла прекрасно, тоже ее скоро пикировать. Все растет, все пышет, не успеешь оглянуться, глядишь, уже капуста подросла сплошным ковром. Ну все, до свидания, желаю вам удачных посевов и в сот.